Слушай, Кристина, да. А говорят, что твоему мужу этому... Так. Твоему мужу, моему Гарик, другу. Да. Да. Твоему мужу, моему другу. Он смотрел спектакль «Утиная охота»? Спектакль, да. Он был на премьере. Да. Ну и что, вот как он реагирует? Фильм вот, «Текст» вот, еще нет. Сейчас мы отдельно поговорим об этом. Подождите. Ну, да. Вот говорят, что как-то, Гарик, как-то он... Он выкладывал какой-то пост. Нет? Нет, нет. Как он отреагировал на спектакль? Ну, нормально как-то, собственно, ему нравится, когда он приходит в театр, а жена играет жену другого человека. Он фанат этого. Угу. Он только, бы, только бы это и смотрел, по-моему. А как ты это понял, Иван? По его глазам после спектакля. Я смотрел в его глаза, и он улыбался. И говорил... Кристин. Но Кристине он говорил другое. Или нет? Что он говорил Кристине после «Вечером дома», я не знаю. Ну давай, Кристин. Можно я не буду вспоминать об этом? Все, не говори.